Ага, да, конечно, конечно. Да, с мебелью. А что такое постельные принадлежности? Да, наше риэлторское агентство сдает комнаты только с постельными принадлежностями. Ма, а твоя комната какой площади? 18 квадратных метров. А наша квартира окнами смотрит на север или на юг? Северная, солнечная сторона. Вашим цветам будет очень удобно на нашем подоконнике. А у тебя шумные соседи? Ну, тетя Марина шумит? Слышно? Наше агентство подыскивает своим клиентам квартиры с абсолютной изоляцией. Все будет тихо. А ты во сколько с тетей Мариной в магазин собираешься? Примерно. Приходите после 2. Ну, все рассмотрите и сразу оплатите. Мам, а вернешься ты когда? Ну, ты там подольше будь. Давайте с 2 до 4, а то у меня еще другие клиенты есть. Строго до 4. Думаю, мы успеем. Деньги за аренду комнаты надо будет внести сразу. Да, и ключи сразу получите от квартиры. Успокойтесь. У нашего риэлторского агентства накладок не бывает. Все, жду. Угу, да. Сама сказала, ты уже взрослый. Задумывайся о будущем, начинай подыскивать себе работу. Нашел.